Приветствую вас, драгоценные мои, мир вам и благодать да умножится. Рад сегодня быть с вами в эфире. Добро пожаловать. Сегодня у нас такой внеочередной субботний эфир, ведь завтра у нас Пасха. Воскресение Господа Иисуса Христа. Радуется весь мир, и мы радуемся. Слава Господу! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Он воистину воскрес! Христос воскрес! Я Максим Максимов, и это... И наша онлайн-община «Дом веры». Также вы, если вы смотрите меня через спутник, вы можете прямо сейчас пройти вот сюда, домверы.ру, и присоединиться к нашему эфиру и писать комментарии, и оставлять сообщения. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Завтра очень важный день, светлое воскресение Христово. Праздник светлого воскресения Христова. Мы вспоминаем о Христе, мы вспоминаем о жертве, мы вспоминаем о том, что Христос умер за нас. Мы вспоминаем, что Христос отдал свою жизнь за нас. Он сделался семенем. Я приветствую всех, кто сейчас в эфир уже вышел. Приветствую наших прихожан. Я хочу посмотреть, кто там у нас сейчас в эфире. Давайте посмотрим. Ну, конечно же, слава ЦР. Приветствую вас в первую очередь. Дмитро из Ровно. Приветствую вас. Любовь из Карелии. Приветствую. Юля Собакана. Юлечка, здравствуй, дорогая. Приветствую всех, кто присоединяется. Сейчас люди уже начинают подключаться. Вы тоже можете подключиться. Любовь Денисова из Карелии. Дженита из Лондона. Good evening. Слава Богу. Приветствуем всех вас, приветствуем всех дорогих моих прихожан Дома Веры, пусть Бог благословит вас. Я вижу, что здесь люди пишут. Так приятно, что у нас есть с вами возможность общаться во Христе Иисусе. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 5 главу. Если возможно, с вашей стороны, откройте вместе со мной 1 Коринфянам 5 глава. И здесь написано в 7 стихе, здесь написаны такие слова. Итак, да даже можно 7 стиха. Итак, очистите старую закваску. Очистите старую закваску, чтобы вам быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порокой лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Такое потрясающее послание с опресноками чистоты и истины. Я открыл современный перевод. У меня вот здесь на компьютере передо мной есть современный перевод. И я хочу вам прочитать в современном переводе. Современный перевод говорит так. Избавьтесь от старых дрожжей. Это современный перевод. Здесь в нашем переводе написано «очистите старую закваску». И многие люди думают, что нужно закваску чуть-чуть очистить, но здесь не совсем очистить старую закваску. В оригинале сказано «избавьтесь от дрожжей» или от того, что заквашивает, чтобы стать новой опарой теста. Ибо вот что вы представляете собой как верующий – хлеб без закваски. Ибо Христос наш, Агнец Пасхальный, был отдан на заклание. Такая традиция была, когда Моисей сказал, совершите Пасху, уберите все квасное, закваску старую, уберите, очистите, чтобы вам предстать без закваски греха порока. Что представляет закваска? Я смотрел, когда мама тебе брала тесто, муку, там смешивала все, и потом брала немножко дрожжей. Вот такой маленький кусочек дрожжей. Я думал, что это за дрожжи такие, что это такое? И она ложила туда, перемешивала, и вдруг тесто стояло на подоконнике, помню, так, оно начало надуваться. И оно захватывало полностью все тесто, и все тесто начинало надуваться, процесс начал происходить, изменения начали происходить, все начало меняться, и все фактически... Изменения начали происходить. Вы знаете, когда начали изменения происходить, что-то невероятное начало происходить с этим тестом. Оно начало увеличиться в размерах, полностью захвачено. Все, захват такой произошел, что ой-ой-ой-ой. Захват очень сильный произошел. Поэтому, драгоценные, когда мы говорим о новом тесте, новое тесто без закваски, без греха, без порока. И он говорит, будем праздновать без греха и без порока, драгоценные мои.
праздновать без греха и без порока, это значит очиститься. Ведь Христос умер за нас. Давайте жить без греха. Давайте жить святой, праведной жизнью. Давайте жить в праведности. Давайте жить в святости. Пасха. Наша Пасха – Христос. Для всех евреев было понятно, что есть пасхальный агнец. Что это такое? Что из себя он представляет? Для каждого еврея понятно, что есть Пасха. Для нас Пасха – Пасха, ну, мне говорят, это кулич. Когда я говорю, Пасха, он говорит, это кулич, что ли? Ибо Христос наш кулич. Нет. Это люди по невежеству своему называют куличом Пасхой. Это не Пасха. Да, на Пасху православные пекут куличи, но это не Пасха. Ибо Пасха наш Христос. Что значит Христос наша Пасха? Это значит, что Христос стал тем самым пасхальным агнцем, как я прочитал, ибо Пасха наша Христос, а современный перевод говорит, ибо Христос наш агнец пасхальный. Агнец пасхальный — тот агнец, который был принесен, чтобы избавить, чтобы проклятие прошло мимо. Кровью агнца помазали косяки дверей, и когда они помазали косяки дверей, проклятие прошло мимо. Я искренне и убежденно говорю вам, проклятие проходит мимо вашего дома, если у вас есть Христос, наша Пасха. Проклятие проходит мимо тебя, если в твоей жизни есть Христос. Проклятие проходит мимо твоих детей. Проклятие проходит мимо твоего дома. Проклятие проходит мимо, ибо Пасха наша – Христос. Из-за того, что Христос есть пасхальный агнец для нас, кровью которого мы помазали косяки нашего сердца, кровью которого мы очищены от старой закваски, это значит, что проклятие не приходит к нам. Это значит, что проклятие проходит мимо. Примите это убеждение, примите эту веру, примите это основание. Сегодня многие люди приходят и говорят, о, вы под проклятием, у вас, наверное, вы верующие, вы, наверное, под проклятием живете, у вас что-то не получается, у вас что-то проблемы, у вас трудности, вы сопротивляетесь. Это проклятие, вам нужно разрушить проклятие. Если ты во Христе, проклятие над тобою не имеет никакой силы. Проклятие не с тобою. Аллилуйя. Если ты во Христе Иисусе, если ты во Христе, тот, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Драгоценные мои, я хочу сказать, что Христос воскрес. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим о явлении жизни. Помните, мы обсуждали с вами в начале недели, что сердцем, устами, если будешь устами исповедовать, что Иисус есть Господь, и сердцем, это в Римлянам написано в 10 главе, по-моему, 9 стих, если сердцем твоим будешь исповедовать, что Иисус есть Господь, и если устами твоим будешь исповедовать, что Иисус есть Господь, и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Мы веруем, это наше убеждение, мы веруем воскресение и жизнь. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы веруем в Бога. Мы веруем в Царя Царей. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы веруем в того, кто воскресил. Мы веруем в Бога, который воскрешает из мертвых. Мы веруем. Верую, Господи. Верую. Верую. Когда спрашивают, а вы верующие во что верите? Что вам нельзя? Вы верите, что вам нельзя? Я говорю, мы верим в Бога, который дает нам все возможности. Возможность ходить в чистоте, возможность ходить в праведности, возможность ходить в силе, возможность ходить в победе. Господь дает нам все возможности, и мы пользуемся всеми возможностями. Дорогие мои, Бог дает нам все возможности. И мы не ограничены. Мы не ограничены. Мы имеем все благословения. Спасибо большое. Мы имеем все благословения во Христе Иисусе. Мы имеем спасение, вечность. Мы имеем победу. Мы имеем новую жизнь во Христе. Мы имеем начало и конец. В Боге у нас есть все. Дорогие, Пасха наша Христос. Если семя, падшее в землю, не умрет, не принесет плода. Так сказано в Священном Писании. Если зерно, падшее в землю, если зерно, умирая, если зерно, попав в землю, не умирает,
ну так, зерно решило не умереть, то тогда результата не произойдет. Необходимо, чтобы зерно умерло. Если зерно умрет, тогда будет результат. Христос пришел и умер за нас. И заложил принцип Божьего Царства. Откройте, пожалуйста, Библию, мы будем читать из Священного Писания. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы понимаем о принципах Божьего Царства. Мы понимаем о принципах, которые Бог заложил. Когда Бог заложил принципы Царства Божьего, Господь Иисус сказал: «Царство Божье подобно тому, если человек бросит семя в землю». Вот когда Иисус поворачивается к людям, и все хотят Царство Божие. «О, я хочу Царство Божие, я хочу быть Царством Божьим, я хочу, чтобы Царство Божие было во мне». Царство Божие. И вот Иисус дает описание, чему подобно Царство Божие. Когда мы вообще смотрим на Священное Писание, мы понимаем, что Иисус, обращаясь к людям, Он показывает примеры, как должно быть, чему подобно Царство Божие. Он говорил: «Вас достигло Царство Божие». «Приблизилось Царство Божие», он говорит в Марка. «Царство Божие потому, как человек бросит семя в землю». «Царство Божие подобно». И когда люди смотрят на Иисуса, у них вопрос: что такое Царство Божие? Как Царство Божие можно уразуметь? Как можно понять, что такое Царство Божие? Как можно получить Царство Божие? И вот 26 стих написаны такие слова. Давайте прочитаем. Это Марка 4 глава. Марка 4 глава. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Кружечка кофе уже на месте. Чему подобно Царство Божие? И сказал, 26 стих. Царство Божие, Марка 4 глава, 26 стих. Подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вообще, такое слово — бросит семя. Что ты бросил, да? Бросил семя в землю. Есть какая-то небрежность в этом — бросит. Отдаст семя земле. Царство Божие потому, как человек отдает семя земле. Дорогие мои, весной после холодной зимы, зимой ничего не росло у вас. Зимой у вас было стужа, буран. Вы жили в берлоге, вы жили в избе, вам было холодно, вы пытались выжить. У вас осталось мало еды. Вы кушали зиму, кормились, и вот весна скоро наступит. Приходит весна, очень мало осталось зерна, очень мало осталось семени. Что такое семя, зерно? Это хлеб. Хлеб — это жизнь. Если у тебя не будет хлеба, ты не будешь жить. Если у тебя не будет хлеба, ты не сможешь жить. Тебе нужно кушать, тебе детей нужно кормить. Тебе нужно кормить свое потомство, тебе нужно деткам дать еду. Но ты понимаешь, что если ты не бросишь семя, зерно в землю, то оно не принесет плода. Вот это странное чувство. Весною, когда и так мало осталось, вдруг нужно отдать последние остатки отдать земле. Убить, похоронить, закопать. Здравый смысл говорит: зачем тебе это делать? Посмотри, тебе нужно кормиться, тебе так мало осталось. Даже доживешь ты до лета, там как-нибудь перебьетесь. Но разумный фермер, он знает, если зерно бросить в землю, и если оно умрет, то принесет плод. А если зерно не бросить, и оно не умрет, оно не принесет плода. Вот в этом есть что-то особенное. Что значит умереть? Быть похороненным. Ты умер, и тебя похоронили. Когда зерно ты кидаешь, ты отдаешь последние семена после весны, и ты знаешь, что придет плод. Иисус Христос посеял. Царство Божие, Марка 4 глава, 26 стих.
Царство Божие подобно тому, если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и не знает, как, и как семя восходит и растет, не знает он, не видно, как оно растет. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что наступила жатва. Аллилуйя. Царство Божие подобно зерну. Дальше его читаем. И сказал, чему подобен, 30 стих, чему подобен Царство Божие? Или какую притчу объясним? Оно как, 31 стих, зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньшее всех семян на земле. А когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви. Так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Царство Божие подобно тому, как человек отдает зерно. Когда ты что-то сеешь, ты ожидаешь получить урожай. Когда ты что-то сеешь, ты ожидаешь, что произойдет чудо. Когда ты что-то сеешь, ты ожидаешь, что придет благословение Божие. Вы знаете, вот этот момент таинства, я отдаю вот мое последнее семя, я отдаю в надежде и вере, что там произойдет процесс умирания и воскрешения. Всякий раз, когда мы сеем что-то, происходит процесс умирания и воскрешения. Всякий раз, когда мы сеем что-то, происходит процесс, что зерно умирает. Зерно умирает. Зерно умирает. Оно уходит от тебя. Но из-за смерти происходит воскресение. Вы знаете, вот этот принцип смерть-воскресение, у многих людей мирских смерть — это конец. Для нас, христиан, смерть — это начало. Через смерть Иисуса Христа мы получили начало вечной жизни. Через смерть происходит начало. Для многих смерть — это конец, а для нас смерть — это начало. Послушайте, дети Божии, для нас смерть — это начало. Смерть Христа. Смерть Христа для нас начало новой жизни. Если мы умрем, мы знаем, что мы будем жить вечно. И мы знаем, что мы воскреснем. Для многих людей смерть — это конец. Для нас смерть — это начало. Начало победной жизни. Начало победы. Если зерно, падшее в землю, не умрет, оно не принесет плода. И мы сеем себя. Аллилуйя. Драгоценные, послушайте. Когда мы говорим о сравнении Пасхи, Песаха еврейского и нашей Пасхи, мы говорим о том, что к нам смерть не приходит. В действительности что случилось? Иисус принял на себя смерть. Он пострадал. Он стал пасхальным агнцем. Он стал пасхальным агнцем. Когда Иисус стал пасхальным агнцем, Он впитал нашу смерть. Он избавил нас, Он провел нас мимо, Он провел нас, или провел, ангел смерти прошел мимо, Песах значит пройти мимо, Христос, наша Пасха Христа, Христос. Многие озабочены, а что, можно пресный хлеб кушать, нельзя пресный хлеб кушать? Дорогие, здесь не вопрос, что можно, что нельзя кушать, здесь образ, очистите свое сердце от закваски греха. Это не вопрос, что можно есть, что нельзя. Конечно, кушайте хорошую, здоровую пищу, но вопрос в другом. Это не традиция, что нам есть или чего нам не есть. Есть, что есть, как зашел ко мне сын и говорит, есть, что есть. А я говорю, что-то есть, если есть. Вот. И когда мы люди, а что, можно на Пасху кушать, что нельзя, драгоценные мои. Кушайте все, что видите, все, что есть у вас. Но когда мы говорим о внутренней закваске, мы говорим о грехе и о пороке. Поэтому будем встречать Пасху без закваски, праздновать без закваски, без греховной закваски. Не нужно сейчас думать о традиции, что же мне кушать, а что же мне кушать. Здесь не вопрос, что тебе кушать, вопрос, являешься ли ты заквашенным тестом, грехом или нет. Если ты заквашенный, тебя постоянно пучит, тебя постоянно лезет, крышу сносит. Видели когда-нибудь с кастрюлей, у которой крыша сползает? У тебя крыша поехала.
когда кастрюля с тестом поднимается, поднимается, уже раскрышка пошла в сторону. Вот у многих христиан, у них закваска такая, что крыша едет, крыша сползла. Наша Пасха Христос. Очистите вашу закваску, станьте бесквасным тестом. Станьте тестом без закваски. Аллилуйя, слава Господу. Вы понимаете, о чем мы говорим? Надежда есть на воскрешение и жизнь. Есть надежда на спасение. Есть надежда. Мы ожидаем, что Христос придет и будет спасать нас. Мы ожидаем, что Христос придет в нашу ситуацию. Он затронет нас. Мы ожидаем, что Христос прикоснется к нам. Две сестры потеряли брата, он умер. И они ждали Иисуса и думали, что Иисус опоздал. Если бы Иисус не опоздал, он бы не умер. Иисус бы его исцелил. А Иисус не пришел, и их брат умер. Наши ребята из Алматы подготовили эту историю, историю трагическую и с хэппи-эндом, когда две сестры ожидают Иисуса, когда их брат умирает. Драгоценные мои, это прямой эфир, я Максимов Максим, я жду ваших сообщений, ваших контактов. Пусть Бог благословит вас. Так хорошо, что мы с вами можем быть в прямом эфире. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Давайте посмотрим этот небольшой клип из нашего пасхального мюзикла. Когда бывает больно, безутешно, когда отчаяние скует и страх, ты знай, что близко Он и всегда рядом, ведь обещал, что не оставит нас. Он благодать свою готов излить и мертвого способен воскресить. Вопрос к тебе: готов ты в это верить и полностью Ему себя доверить? Беспощадная змея посетила наш дом, разорила и опустошила. Счастье, радость и смех, что всегда были в нем, как пучиной морской поглотила. Если б только Иисус мог прийти поскорей, помолиться за нашего брата. А теперь его нет, и ничто на земле не заменит нам нашей утраты. Где ты? Где ты, Иисус? Неужели тебе не до нас? Где ты? Где ты? Был жив наш брат, и вот он мертвый сейчас. Как в кромешную тьму погрузилась душа, и от мук разрывается сердце. От обиды и боли мне трудно дышать, и от слез никуда мне не деться. Был бы рядом Иисус, Он бы смог нам помочь. Я ведь знала, как Он исцеляет. Только брат мой во гробе и темная ночь там навеки его окружает. Где ты? Где ты, Иисус? Неужели тебе не до нас? Где ты? Где ты? Был жив наш брат, и вот он мертвый сейчас. Неужели тебе не до нас?
Разве только у вас приключилась беда, и у вас у одних лишь несчастье? Вся земля истиналась от бед и от зла, как же мне равнодушным остаться? Кто же пленных из рабства освободит? Кто слепым и больным, кто поможет? Не сказал ли я белый и сердце хранит, и увидишь тогда славу Божью. Веруй, веруй и жди, брат воскреснет твой, он будет жив. Сердце, сердце храни от неверия и от лжи. Веруй, веруй и жди, брат воскреснет твой, он будет жив. Сердце, сердце храни от неверия и от лжи. Христос есть воскресение и жизнь. Христос есть наша жизнь. Аллилуйя. Знаете, даже слеза наворачивается, когда девочки пели. Отчаяние. Многие люди же находятся в отчаянии. И они ожидают, ожидают. И когда мы ожидаем, мы получим наше ожидание. Вера есть осуществление. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Драгоценный, я обращаюсь к каждому из вас. Вдохновляю, благословляю, и я прошу Бога открыть окна небесные над вами, явить славу, явить силу. Пускай Бог благословит вас, пускай Бог прибудет с вами, пускай Бог направит вас, поддержит вас, пускай Господь будет с вами. Сегодня суббота. Вы знаете, весь этот день Иисус находился в гробу. Тогда, начиная с четверга, когда Иисус в Гефсиманском саду, начались эти страдания, и фактически Он разлучился с Отцом, и вот все это проходило. И когда мы придем к воскресению, завтра воскресенье, мы говорим, Он воскрес из мертвых. Сегодня у учеников отчаяние. Вы знаете, вот в эту субботу ученики в тот момент, 2000 лет назад, находились вместе, они были в отчаянии и не знали, что же делать дальше, как им быть и какие дальнейшие шаги у них должны быть, что делать дальше. И вот в этот момент задается большой и серьезный вопрос. Когда Иисус лежит во гробе, и ученики говорят, где ты, Господи, где ты, почему тебя нет? Когда отчаяние, когда ощущение, что Бог оставил, Господь не с нами, Господь забыл меня. Вот этот момент ученики, как заблудшие овцы, потерянные, они будто бы не имеют пастыря, не имеют господина, они не имеют царя царей, они не имеют Господа. Вот в этот момент отчаяния Господь приходит. Господь приходит и являет свою милость. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вы знаете, когда я смотрю на эту историю, вот эти три дня самые, наверное, сложные были для учеников в первую очередь. Они не понимали, что происходит. Сейчас-то все понятно нам отсюда, мы уже все понимаем, мы знаем. Но они, проходя через эту всю историю, все, во что они ожидали и верили, они верили, что все победа, они будут успех, будет благословение, победоносная жизнь. Они верили, они знали, что все так будет классно. И знаете, и вдруг Иисус мертвый. Вдруг Иисус во гробе.
вообще все, во что они верили, вообще у них коллапс происходит. Они сидят и думают вообще, а что это было? Что это было? Где победа? Где? Где? Где все, о чем он говорил? И они в отчаянии находятся вместе. Вы знаете, и когда люди находятся в отчаянии вместе, они не знают, как дальше поступать. Они не знают, как дальше идти. Они не знают, что происходит дальше. То есть, а дальше-то что? Все? Это конец? Это конец? Это конец? Сегодня, в субботу, когда до воскресенья еще целый день, когда до события чудесного пасхального воскресного утра еще огромное количество времени, сегодня люди, ученики, находятся в отчаянии. Я хотел бы помолиться за тех людей, которые ждут и не получили еще ответа, за тех людей, которые в отчаянии. Не отчаивайтесь, Господь любит вас. Не отчаивайтесь, Господь любит вас. Не отчаивайтесь, Господь любит вас. Я молюсь за каждого человека, кто находится в разочаровании, в отчаянии, кто упал, кто не видит ответа. Во имя Иисуса Христа, Господь, я обращаюсь к Тебе, я прошу Тебя, Бог всемогущий, благослови. Благослови, Господь, каждого человека, кто сейчас особенно нуждается в утешении, в укреплении, у кого отчаяние в жизненной ситуации. Господи, я прошу Тебя, благослови, 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 Господь, во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение, я молюсь за вас, драгоценные мои. Я говорю благословение над вами, да явит Господь славу, да явит силу, да коснется вас Господь, да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение, Боже всемогущий, в этой молитве я прихожу к Тебе, и я прошу Тебя, прояви силу свою, покажи, Господь, силу воскресения тем людям, которые в отчаянии, тем людям, которые в ожидании, тем людям, которые не знают, которые не знают и не видят еще ответа, которые еще не уверовали в Тебя. Я прошу, Господь, благослови. Благослови их жизни. Именем Иисуса Христа я говорю благословение над вами. Я прошу Господа явить свою славу, явить свою силу. Я прошу Господа открыть окна небесные над вами. Во имя Иисуса Христа. Да пребудет с собой Господь. Да откроется. Да явит себя Господь. Да изольет от Духа Своего на всякую плоть. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю. Я благословляю вас. Именем Иисуса Христа. Господь да пребудет с вами. Господь да явит славу, Господь да откроет окна небесные, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Дорогие мои, сегодня, когда вы в ожидании пасхального воскресения, когда вы в ожидании чуда, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, не разочаровывайтесь. Не говорите глупости, как говорил Фома. Пока не увижу, не поверю. Я верю, потому что я знаю, что Он есть воскресение и жизнь. Семя, если падший в землю, не умрет, не принесет плода. Это условие. Условие для победы. Нужно, чтобы семя умерло. Иисус умирает. Иисус умирает. И Он сегодня... Вот, скажем, его распяли, он умер, в гроб положили, и вот он сегодня находится в гробу. Что-то происходит. Почему он находился в гробу? Чтобы мы воскресли, чтобы пришло воскресение и жизнь. Когда мы смотрим на Священное Писание, на любой посев, когда человек что-то жертвует, нет больше любви, написано в Писании, если кто-то положит душу свою. В другом месте Писания написано, принесите себя в жертву живую. Царство Божие подобно тому, как кто-то бросит семя. Сеятель бросит семя, пшеничное зерно, если не умрет, то останется одно. Послушайте, откройте Иоанна 12 главу, пожалуйста, Иоанна 12 глава. Иисус отдал себя в жертву, чтобы мы получили спасение, исцеление, благословение, вечную жизнь, Царство Божие. Иоанна 12 глава, 24 стих. Истинно, истинно, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, если... Иоанна 12:24. Если пшеничное зерно, условие, если пшеничное, говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.
И дальше написано, любящие душу свою погубят ее, а ненавидящие душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, тот того почитает отец мой. Потрясающие слова. Итак, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется. Если зерно, если не произойдет смерть, не будет жизни. И мы осознаем, что через смерть приходит жизнь. Смерть Христа для нас – жизнь. Жизнь вечная. Аминь. Я благодарю Бога за всех людей, кто приходит с благодарными сердцами и приносит свои семена. Семена благодарения. Семена, когда мы сеем семена пасхальной жертвы. На протяжении многих лет мы приносим специальную пасхальную жертву. И некоторые из вас уже приняли участие в пасхальной жертве. Пусть Бог благословит вас. Я ободряю, вдохновляю вас. Принесите семена пасхальной жертвы. Пускай Бог благословит вас. Пускай Бог наполнит вас. Пускай Бог явит славу свою. Сейте семена. Сейте семена. Пасхальная жертва. Это очень важное и сильное и великое действие. Вы можете пройти на наш сайт, вот здесь gofundme.com, благо, и посеять ваши семена. Я благодарю Бога. Или зайдите сюда, и здесь можно также посеять семена. Если у вас есть кредитная карточка или какая-нибудь там карточка, вы можете разными методами поддерживать. Пройдите на наш сайт gofundme.com/благо и примите активное участие. Некоторые из вас уже приняли активное участие, и сейчас будет список людей, кто поддержал нас. Я хочу поблагодарить вас за ваше участие, поблагодарить вас за ваши семена, поблагодарить вас за то, что вы, за то, что вы в вере действуете в победе, за то, что вы помогаете мне доносить Евангелие Иисуса Христа до краев земли. Пусть Бог благословит вас обильно. Благодарю Бога за каждого человека, кто жертвует. Из разных стран люди поддерживают нас. Пусть Бог благословит вас. Я вижу, что Украина самая активная у нас. Даже маленькая 1 гривна, она и та попала сюда. Пусть Бог благословит вас. Ценю, благодарю Бога за каждого человека. Из Украины, Великобритании, Германии, США, Италии. Из разных стран люди принимают активное участие. Пусть Бог благословит. Благодарим. Мы сеем семена сюда и благословляем работу проповеди Всемирного Евангелия. Все ваши пожертвования идут для того, чтобы оплатить эфиры, для того, чтобы достичь людей до краев земли. Поэтому я благословляю вас и благодарен каждому из вас лично за вашу активность, за вашу щедрость, за то, что вы неравнодушны, за то, что вы поддерживаете нас. Пусть Бог благословит вас. Мы ценим каждого человека, кто принимает активное участие. Благодать и благословение вам во имя Иисуса Христа. Большое спасибо вам, драгоценные. Пусть Бог благословит вас. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Спасибо. Спасибо вам огромное. Примите активное участие. Аминь. И знаете, дорогие мои, вы можете прямо сейчас пройти на эти сайты cnl.tv и поддержать нас. Поддержите. Я жертвую пасхальное семя воскресения для того, чтобы Евангелие распространялось в нашем городе, в нашей стране, в каждом доме нашей земли, чтобы Господь, Он касался людей, чтобы они узнали об Иисусе Христе. Из-за этого я жертвую пасхальное семя воскресения.
Я жертвую пасхальное семя воскресения, потому что понимаю, что в жертве есть большая сила. Наш Господь Иисус Христос пожертвовал своей жизнью для того, чтобы мы получили прощение и спасение. Жертвуя, мы распространяем Царство Божье на этой земле. Также я жертвую, потому что я люблю свою церковь. Пасхальное пожертвование – это благодарность и почтение нашему Господу за Его любовь. Господь благословляет нас, и мы являемся благословением для других. И пусть Евангелие распространяется по всему лицу земли, и пусть больше и больше людей спасаются и познают Слово Божие. Я жертвую семя воскресения на Пасху, чтобы сказать спасибо Иисусу за то, что Он спас меня и все человечество. Я жертвую семя воскресения, потому что я выражаю этим свою любовь нашему Господу. То, что сделал Он для нас, это гораздо больше, гораздо ценнее. Просто не имеет никакого сравнения с тем, что мы можем Ему дать. Мы выражаем этим не только свою любовь, но выражаем почтение, выражаем Ему слова благодарности, потому что эти финансы, они будут служить в Царстве Божьем, они будут приносить плоды для евангелизации, для распространения, для посещения нуждающихся. Это важное мероприятие, которое проводится в нашей церкви, я думаю, в многих других церквях. Люди с сердцем, с желанием, с благодарностью приносит этот дар любви нашему Господу. Самое главное, самое важное, что мы любим нашего Иисуса. Мы ценим то, что сделал Он для нас. И то малое, что мы можем дать Ему, это выражение нашей любви и благодарности. Я приношу семя воскресения на Пасху лишь по одной причине, потому что я очень люблю Господа. Я понимаю, что Господь для меня совершил, что Он для меня сделал. Я понимаю, что Он так сильно возлюбил меня, коснулся моего сердца, что просто, когда я была во тьме, Он взял меня и поставил свой чудный свет. И это просто преобразило всю мою жизнь. И в знак благодарности, что Господь для меня сделал и будет делать еще так много. Так много великих чудес Он будет производить в моей жизни. Я верю в это. И вот эта частичка этого семени, это как бы небольшая часть моей благодарности моему Господу. Поэтому, если вы хотите отблагодарить Господа, вы можете также принести семя воскресения и просто поблагодарить Господа за Его великую милость и благодать, которую Он оказывает в вашу жизнь. И проявляет любовь свою в ваши сердца, в ваши семьи. И пусть Господь благословит всех вас во имя Иисуса. Бог любит вас. Будьте благословенны. Аминь. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я благодарен Господу моему, который пришел в мою жизнь, спас меня, оправдал от всех грехов, и поэтому я жертвую. Почему я жертвую семя воскресения? Потому что я почувствовала в своем сердце, что это нужно сделать, и я послушала Господа. И я жертвую семя своего воскресения для того, чтобы этот мир был наполнен больше светом, радостью, миром и любовью. Примите участие в пасхальном приношении. Знаете, вот это люди, это настоящие люди, это не артисты, это всех, я вот их знаю, это пастор, последний был детский пастор Александр Федорович, ну и вообще там пасторы служения 55, и Володя, многих-многих людей я знаю, просто сердце радуется за них. Это не артисты, это настоящие люди, которые участвуют в семени. Я сейчас зашел на интернет, смотрю, что есть люди пишут: Александр из Каменногорска, я тоже жертвую, потому что люблю Бога. Юлия Собакана говорит: спасибо за проповеди. Захар из Тараза: жертвую, потому что люблю Бога и хочу, чтобы все узнали о Нем и спаслись. Спасибо, поздравляю всех с праздником из Усть-Каменогорска. Присоединяюсь к словам Георгия, Наталья из Кировограда пишет. Дальше Сергей и Ирина из Валенсии пишут: с радостью поздравляем вас со светлым праздником Воскресения Христова. Слава великому Богу, Отцу нашему, слава Господу, говорит Георгий. Захар, мы сами, так что аминь. Все пишут из разных стран, пусть Бог благословит вас. У меня последние 30 секунд остаются. Я хочу сказать вам, драгоценные мои, как я люблю и ценю вас. Если вы сейчас видите здесь снизу, вы можете пройти прямо сейчас и поддержать нас GoFundMe. Или зайдите на Signal TV, черточка партнер. Или просто на Signal TV зайдите, там сразу же будет ясно, куда идти. Signal.tv. Пусть Бог благословит вас обильно. Люблю, ценю. Встретимся завтра с вами. Пасхальное воскресенье. Благословит вас Господь. С вами был сегодня Максим Максимов. Да пребудет с вами Господь, да поддержит вас, да явит свою силу и откроет окна небесные над вами, и зальет от Духа Своего, и наполнит каждый день вашей жизни, и сокрушит дела дьявола, и явит милость свою над вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за вашу участие.